70 первоуральцев подтвердили коронавирус за двое суток. В субботу, 30 октября, положительный результат теста на COVID-19 получили 37 человек, в воскресенье – 33. Общее количество заболевших в городском округе Первоуральск на сегодня составляет 7711 человек. Уральские юристы и общественники выступают за отмену QR-кодов. Иск губернатору Свердловской области Евгению Куйвышеву с требованием отменить QR-коды уже направили в суд. Юристы и общественники считают коды мерой, которая порождает сегрегацию, конфликты и массовое нарушение прав жителей региона. Полицейские подвели итоги акции «Сообщи, где торгуют смертью». С 18 по 29 октября было зарегистрировано 49 сообщений по факту незаконного оборота наркотиков. Возбуждено 17 уголовных дел, составлено 12 протоколов об административных правонарушениях. Международный день вегана отмечают сегодня, 1 ноября. Празднику уже 27 лет, его учредили в 1994 году. Веганами называют людей, которые отказываются не только от мяса, но и от рыбы, молока, яиц, меда.